Так, здесь у меня все готово. Зеркало с серебряным покрытием. Ну, это не будем считать, это не сегодня. Ногтики, все, сейчас будем делать. Конфетишка. И стол наполняется. Сейчас мы все сделаем. Цветочки мои прекрасные, так пахнут, от них кружится голова. Да, Борщунечка? Ой, Борщунечка, умничка, меня поздравил. В 5 утра чики-пики, да? Чик-чирики. Так, и вот уже у меня я вытащила рыбку. Что тут, хвостик горелый? Я не смотрела без вас. Что здесь? Может, тут вообще уже не понять, что? А ну, давайте с этой стороны. Опа. Откроем. Раз, два, три. Вау! Все в порядке. Все в порядке. Сейчас будем кушать. Даже не знаю, красится мне или нет. Даже не знаю. Взяла кучу всего. Сейчас посмотрим. Давайте начинать. Так, пока на столе бардачок, потому что продукты в последнюю очередь. Сначала мы сделаем мордочку. Так, еще там допекается картошечка. Сейчас я все уберу. Сейчас вам все будет видно. Так, это сюда. Цветочки сюда. И будем краситься. Берем зеркало. Брючки приподнимаем и аккуратно садимся. Не бабушкиным манером, а барышня. У меня стульчик застрял. О! Застрял стульчик у меня. Так, мои дорогие. Вот так, с чего начнем? У меня целая гора. Тарелки пока не нужны. Стаканы. Здесь поставлю так. Вот такое бабушкино зеркало у меня. Начнем. С чего? Начнем с глазок, да? Глазки. Так, тарелку бы не разбить. И время там не прозевать. О, время выключать уже. О, может упасть зеркало. О, нет, надо открыть и держать в руках. Все как по старинке. Так, по-моему, надо выключить картошку, потому что время час. Давайте выключим и посмотрим, что там. Боже мой, я красилась и не включила камеру. Обалдеть! Ну как такое может быть? Это ужасно. Короче, все уже прозевали, как я красилась. Вот так. Не включила камеру. Все собираю. Отношу на место. И сейчас... Как я буду шары надувать? Губки накрасила. Забыла. Знаете, я уже два шара лопнула. От жары они лопнули, что ли. От этой духовки. Ой, не на ту сторону накрутила. Теперь как мне завязать? Так. Ой, сложно завязывать. Такие красивые перламутровые шарики.
вот такие, как это, жемчужный цвет, такой классный. Я не знаю, камера передает или нет. Очень красивый жемчужный цвет. Ну, пока я их ложу на пол. Так, закипела водичка. А, надо прикрутить немножко. Пусть поварится. Так, а то бахнет. Так, опа, есть. И сейчас я так все наду. Видите, перламутровые? Вот, только что увиделась. Ой, такие классные. Так они блестят вообще. Жемчужины. Сейчас я их надую. Борщик текает, боится, как ахнули, он боится. Когда шары лопаются. И вот еще один. Ой, я так что-то боюсь надувать больше. Какой-то убой может гахнуть. Так, сейчас я эти жемчужинки соберу в кучу. Вот такая колбаска, очень вкусная, копченая кровянка. Здесь ничего лишнего. Кровь свиная, жир и этот пшеничная каша. Очень хорошо, 50% мяса. Ну, вот этого и кровянки, самой крови. Хороший состав, хорошая колбаска. Тоже она сейчас на акции. Я первый раз ее тоже в жизни покупаю. Вот это хорошая фирма. Вот. Как бы у нас немножко творческий беспорядок. О, шары мои! Здесь плоховато видно, да, с окном. Когда вот так. Ой, как оно. Только что вот видно было. О-о-о-о-о. Такие они перламутровые, классные. Ну, сейчас мы их перевесим, может быть. Вот я вся в шарах. Так, волос подберем, потому что приближается время банкета. Всего остался один штрих. А, я не достала еще... Один напиток. Так. Вот у нас сережечки. Что я губы не стерла? Пока шары надувала. Жалко, я включила камеру, когда красится, и что-то не так пошло. Я не нажала. Было очень интересно. Ну ничего, еще в следующий раз. Это ж не только сегодня праздник, да? Борщунечка.
сегодня в клеточке, потому что он будет делать шкоду, да, Борщик? Так. Вот я купила себе подарочек. Видите, вот такое ожерелье. Ох, красивое. Вот так. Некому мне застегать сзади. Сама буду. Да что такое? Не попаду. Ой. Сейчас. Сейчас колечко это. Все, пристегнула. Фух. Ой, вчера была свободна, а сегодня уже не очень. Мне кажется, за ночь добавилась в размерах шея. Что там? Лежит? Угу. Ой, не вижу себя. Правильно я одела, не задом наперед. Кто его знает? Надо идти посмотреть. Я не вижу. Я не вижу. Наверное, правильно. Вот так. Вчера такое давление было, я думала, все, капец, за 3 часов ночи сидела. Полопались сосуды, вон синяк. Так, и нужно нам сделать еще ногтики же. Открываем коробочку. Какие мы возьмем ногтики? Наверное, розовенькие, да, сегодня? Или подглазки зелененькие? Сейчас я примеряю. Угу. Борщик, ты что хочешь сказать? Ой, короче, как еще достать? Ой. А, ну какой лучше? Зеленый или белый? А, мне к лицу какой? Зеленый сделаем, да? Или беленький. Нет, беленький не выделяется. Делаем зелененький. Раз, два, три, четыре, пять пальцев, да? Так, зеленый. И здесь зеленый. А, подождите, 10 пальцев. А я достала на один палец и все уже довольная. На 2 пальца. 2. Может, тут левый и правый, раз такой расклад пошел. А может, тут левый и правый? Точно. Слушай, доставать сложно. Сейчас я подостаю их. Сейчас я открыла. Это такое. Ой, это пилочка. Пилять их. А это палочка равнять. А как доставать? Расклеивать. Так, это нужно закрыть. А как тут? Раз, два, три, четыре.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут что-то не пойму. Ладно. Открываем. Я не знаю, что делать. Сейчас мы сделаем. Надо вот это вот. Сейчас, секунду. Как же его этот раскрыть? Фиг его знает, а. Уже не понимаю, сейчас расколупаю. Слушайте, открыла, здесь такая капелька какая-то. Я ее поднимаю. Вот так у нее есть такая тут шейка. И приклеиваю куда? Туда или сюда? А, о, липнет. А может, этой стороной? О, нет. Так, прилепила до ногтя. А теперь куда этот ноготь? Ой. Ой, оно так липнет до пальца. А что ж делать? Ничего не понимаю. Может, клеить на ноготь? Короче, ладно, приклеила сюда. А теперь сверху ноготь. А теперь сверху опять такую штуку, да? Тут еще сам не сделаю. Слушайте, вот это кошмарики. А нет, это не тот ноготь я прилепила. Наверное, вот этот. Так, это сюда. А, ну-ка. Я не пойму, как его клеить. Сюда. А теперь как? Наверх, что ли? Ой, целое дело. Я ничего не понимаю. Как его клеить? Ничего не понимаю. Нет, наверное, не так. Наверное, эту внутренность вовнутрь. А ну-ка. О, отлипло. Слушайте, это наклей какой-то. Что он прилипнет, и фиг ты его отлепишь. В общем, с ногтями что-то у меня не получается, потому что я не знаю, что с ними делать. Короче, я по-своему. Смотрите, прилепила на этот штуку, а теперь на палец. Во! Я буду по-своему делать. Вот так. Ага. Вот. И здесь нужно сюда прилепить. Ой! О, упала! Где она упала? Эта фигня. Сейчас прилепится к этой плитке. Еще ты фиг его отлепишь. Так. Прилепить к этому ногтю надо. Отодрать вот эту пленочку.
клей отлепить. Вот, пленочка с двух сторон. Во-во-во. Я по-своему. Прилепить к ногтю эту пленочку. И теперь к своему ногтю. Во! Вот так мне подходит. По-другому не знаю, как. Будет так. Ну, липнися. Короче, хоть по одному пальцу прилепить. Да что такое? Вот это не липнет. Оно прилипает хорошо. Слушайте, такая эта головоломка, что мне уже осточертело. Не хочу ногтей, хочу еды. Ногтей не хочу. Очень с ними сложно. Заморочка такая. Короче, нужно ходить на маникюр. Денег таких нету. В маникюрах не нуждаемся. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Что-то у меня получилось. Короче, я по-своему. Не знаю, как надо. Я по-своему. Отлепить надо эту штуку. Вот. Я не знаю, не придется мне потом ее еще за 1000 идти отрывать эти ногти. Ой, что я ногти прилепила, а теперь неудобно лепить мне. Слушайте, все, мне надоело. Нет, это не мое дело. Такая фигня, с ногтями неудобно ничего делать. Даже не оторвешь эту клеенку. Ну вот как люди ходят с этими ногтями? Ой. Нет, все. Я сдалась, хватит мне два ногтя. Больше мне не надо. Два ногтя как раз хорошо. Все. С ногтями все, надоело. Очень долго голову морочит. Два ногтя хватит. Хотя ногти должны быть под губы красные. Но нам надо такие, красивенькие. Так, это мы отставляем. Не хочу я этим заниматься. Это длинная история. Когда-то. А может и не когда-то. Все, это не для меня. Так, это на выброс, чтобы не съесть этот клей еще. Все, накрываем стол, это лучше. Все, собираем на стол. Колбасочка копченая, кровяная, очень вкусная. Просто шикардос. Настоящая кровянка, не то, что там говорят. Ой, еще полногтя отрежу сюда. Так, и этот кусочек пусть будет большой, а то развалится. Такая кровяночка. Я купила копченые колбаски. Вот это вот чуть-чуть, 18 гривен. Вот такая колбасочка. Тоже мы покладем ее сюда. Ой, не знаю, мне ногти мешают. С ногтями покончено. Не такая я уж барышня до ногтей. Нужен олигарх, чтобы ходить в салон красоты.
Так, это сделали мы, да? Это не нужно, сырочек. Сейчас сырочек. Вот так сырок. Есть половинка. Это есть перепелиное яйцо. Сейчас я его оп на пополамчик. Опа. Так, яйцо есть. Теперь хлебушек сюда, бутербродик с маслечком, сухарики мои. Такие сухарики. И помидорчик порежем. Половиночку. Видно мои два ногтика, видите? Мне достаточно два. Ты что, не дай бог бы вся рука так это... Не знаю, чего бы это было. Так, это сделали, это выбросить. И сейчас будем кушать свою. Так. Рыбка, как же ее положить руками? Придется руками, ногтями. Что она тут сгорела? Нет, она не сгорела. Ну как ее вытащить? Ой, такая классная. О! Ручками, ногтиками. Вот так. Тут даже сок есть. Вот такая рыбка, яблочко. Отлично. Еще осталась порция. Такс. Ну, картошечку я ж уже руками не буду накладывать. Так, рыбка. Такс, рыбулик. Это у нас будет... Сейчас нужно покрошить. Порезать дольками. Ну, на блюдце нехорошо резать, да? Где будем резать? Сейчас блюдце я испорчу. И сок не хочется тратить. Короче, вот так. Опа. Раз. Сейчас я по надрезы поделаю. Опа. Вот так. Сейчас ногти отвалятся мои. Но невелика потеря. Оп.
что я вам скажу. Без прислуги очень плохо. Нужна прислуга. Отвалился ноготь. Что-то уже. Убыток надо идти в парикмахерскую. В салон. И клеить. Угу. Так, с ногтями покончено. Так. Картошечка с мясом. Хочу мясо. Мясо сготовилось, не сырое. Может, сырое? Ой, что-то оно сырое, наверное. Смогу я его кушать? Или не смогу? Мясо. Хочу мясо. Яблочко. Яблочко, мяско. Морковочка и картошечка. Где ж мясо делось? А? Растворилось мясо, что ли? О, мандаринка это зажарилась. Да, мне кажется, картошка и мясо сырое. Хотя я простояла 2 часа. Можем приступать к трапезе. Что эти сережечки очень миленькие. Я купила себе еще подарок. Вот это ожерелье купила. И купила вот такие сережки. Наверное, я поменяю их. А ну-ка. Вот так интереснее. Ой, уронила. Кто-то спешит ко мне. Кто-то ко мне спешит. А что у меня там свет горит? Ничего не понимаю. Это же дорого, да? Нужно пойти выключить. Когда я не пользуюсь, и он горит. Там он не нужен. Значит, нужно выключить. Сейчас я его выключу. Во, вот так лучше. Ну и так, наконец-то мы уселись со всеми делами. Будем праздновать. И вот еще пряничек. Итого у нас есть сегодня. Сегодня вот такие вот мандарин, ой, эти апельсины и пряник с вишнями. Это у нас рыбка, тушеная рыбка, запеченная в духовке. Вот такое блюдо, колбаска. Перепелиное яйцо, колбаса просто копченая какая-то, не знаю, как называется, кровяная колбаса, сухарики с маслом и перепелиные яйца. Здесь у нас помидорки и мясо, помидорки со свининой и картошка с мясом.
Ну, пропеклась. Ну, смотря, наверное, на каком боку стояла. Это у нас Байкал. Ох, так шипит красиво. Это Байкал. А это у нас, что у нас? Йогурт с черники. Черничный йогурт. Вот такой. И гвоздь программы будет у нас коньячок. Вот такой коньячок. Откроем мы и посмотрим, насколько он вкусный. Ага, ножик надо. Сейчас я нож возьму. Ой, пока откроешь. А она что-то так легко открывается, хоть бы настоящая. Что-то она так легко открылась, эта пробочка. И нальем фужерчик мы для красоты. И это закроем. И отставим. Ну что, наконец-то мы... За праздничным столом. Я вам сейчас покажу, как он смотрится сверху, этот стол праздничный. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Вот так. Вот. Смотрите, какая красота. Угу. Вот такое у меня блюдо. Колбаска копченая, колбаска кровянка, перепелиные яйца, сухарики с маслом. Сыр, мясо с картошкой запеченное в духовке, помидорки, пряник с вишнями, апельсин, хек тоже тушеный в духовке, черничный йогурт, коньяк вот такой и Байкал. Вот такой у нас стол. И мимоза. Вот отлично.